Сейчас платину Oh,
Наконец-то получил я. Приз получен. Ну вот, Гран-туризма когда выйдет? Ну как God of War, если выйдет на ПК, то тогда надо... Приз получен, фотограф. Прямая пошла, блядь. 6-7. Есть, блядь. О, ебать. Ебать. Я это сделал, блядь. Прикинь. На 150. Ебануться, да. Надо 400, а я 253. Труд приносит плоды. Ай, долгий путь мне дали. Трасса 66. Что-то убавь.
Я сначала хочу человек дождя получить. Да. Дали человек дождя мне. О, покорение трассы, даже пятнашку, наверное, не проехал. Есть покорение трассы. Да. И приз серебряный. Не пятнышко грязи, помыл свою новую легендарную машину. Я купил машину там. Одну машину из автосалона «Легенд». Ну вот я сейчас по... Ну она стоит сейчас тут 245 тысяч всего лишь. То есть ради ачивки можно ее купить. Вот. Заходи, покупай ее. Смотри, сейчас я... Вот, прикоснуться к легенде. Приз получен. Вот, красавчик. Так, а третья, она же сказала, Нет, одному же можно сидеть постоянно, говорит. О, полный бак получил только в ежедневках, прикинь. Я сделал без закиси азота, а здесь с закисью азота я, получается, на 4 секунды быстрее приехал. О, вместе в пути, Атлантика, приз получен. Сильвию надо купить.
Для высоких, для низких, блядь. Чуть-чуть помощнее дали ачивку. Я все турбины взял. Дрифтит легко. Как в 6-й Гран-Туризме. В спорте я так не мог дрифтить. Дождевая резина, прикинь. А, нет, дорожная жесткая. Дым из-под колес приспалочек. Одной полосы на другую. Ой, давай прямая, закись азота, успею ее втопить. О, долгий путь, 24 часа. Привет, Женя, привет. GT7 гоняем. Куплено, да, я проверил уже. Тогда 8x надо ставить, чтоб пораньше, или 9x. Так, идем в кафе к Луке Мудищеву. Чё он хочет? Приз получен, финал. Втюхал нормально. Триста одиннадцать лошадок.
осторожно не говорит при спауне. Ну да. Я тоже помню, в 12 лет начал учиться играть на гитаре, так и не научился. Такое же усилие я сделал и здесь, то есть как на настоящей машине, легковушке с гидроусилителем. У меня же гидроусилитель, у меня не электро. То есть вот это, что я сделал, настройку, но я завтра уже выкину видео, как я настроил руль отдельно. Я его обрежу, то, что сегодня в стриме было, обрежу и закину. Привет, руля. Ну, конечно, кайфуешь. Как же? Конечно, тут только кайфовать. Так, настройка. Так, так, так. Ну, что мне надо? Купить сразу всю резину, что он дорожный. Надо, не надо покупать, хер его знает. Спортивный сразу куплю. Знакомство с тюнингом. Я покупаю всю спортивную. Сейчас я включу в другой гонке. Да, я сейчас выясню, что это такое. Сейчас нет. Приз получен на волосок. И Андрюхе приятных тапок. Надо полсекунды еще. Анджелес Крест, да. Я получил тоже. Надо лицензию отработать, чтобы онлайн пойти. Давайте вернемся в кафе. Солис? Я в кафе пошел. Я хочу кофе попить. Студент автоисторик я получил. Тут там дождь, смена погоды. Есть такое-то что-нибудь? Чтоб нам попасть на хорошую карьеру. А где это? А. Аккуратный водитель, приз получен. Больше добавить. Финиш. Сейчас повторчик чуть-чуть глянем, как оно выглядит. О, повтор сразу врубается. Ну хорош, хорош. Резина такая блестит прям. А, это не повтор, это просто я двигаюсь, типа. Помощь не требуется, приз получен.
не получал такой приз. Как только вы завершите одно меню, я приготовлю вам другое. Хорошо. Итак, начнем. Выберите первое меню. Коллекция японские компакт-кары. Что, мне их кушать надо, что ли? Автомобильная жизнь. Первое меню, которое я вам приготовил, пишу японским компакт-каром. Что-то... А, максималка разгоняется. Да вряд ли тебе надо все. Что? Полноценная Gran Turismo 7. Финиш, наверное. Да я второй раз вот пытаюсь сейчас. Приз получен. Стремление вперед. Я получил первый приз. Это когда больше пить.